Дорогие друзья, я рад приветствовать вас сегодня со студии ТБН города Сиэтл. На сегодняшнем уроке я хотел бы показать, как отсутствие цели приводит к фокусированию на побочном эффекте. Вы, наверное, замечали, как ведут себя порой дети. Каждый раз, когда ребенка за что-то похвалили, у него тут же появляется соблаз повторить это еще раз. Да только во второй раз, возможно, взрослым это... это уже не интересно, не смешно и даже раздражает. Почему же он это повторяет, несмотря на логику, которая подсказывает ему, что это нужно прекратить? Дело в том, что почувствовал подпитку своей значимости однажды, ему хочется это повторять и повторять. Если первый раз его поступок мотивировался ответственностью или желанием доставить кому-то приятные минуты, то теперь, испытав эмоциональное удовольствие, он концентрирует внимание не на ком-то, а на себе. В чем здесь разница? Ведь раньше тоже предполагалось эмоциональное удовлетворение. Разница только в том, что в первом случае ребенок даже не размышлял о побочном эффекте. Все его внимание было сконцентрировано на достижении результата. И эта маленькая победа вызвала в окружающих эмоциональное восхищение. Из него и произошла эмоциональная зависимость ребенка. Видите, в чем дело? Цели разные. Одна сосредоточена на том, ради чего это делается, а другая на эффекте, который был получен. Точно то же происходит и со взрослыми. Чем можно объяснить большой процент разводов? Это просто досвадебные отношения полны неожиданностей и сюрпризов. А вот когда ты прожил с человеком долгое время под одной крышей, ты заранее знаешь, что у него у твоей супруги или супруги на уме, потребности и стремления, которые приносили раньше в жизнь этот восторг, удовлетворение. И тогда, когда отношения переходят теперь на ранг обыденности, они перестают приносить чувство радости и счастья. Что делать? Конечно, развод. Поэтому развод чаще всего является последствием эмоциональной зависимости и стремлением к эмоциональному удовлетворению своих жизненных приоритетов. Стремлением к разнообразию, к примеру. Таким образом, человек концентрируется на удовольствиях. Вследствие этого постоянные развлечения приедаются, требуя чего-то нового. Поэтому каждое следующее развлечение должно вызывать более сильное возбуждение, приносить больше удовлетворения и удовольствия. В таком состоянии человек постепенно погружается в нарциссизм, рассматривая свою жизнь сквозь призму постоянных удовольствий. Парадокс жизни, однако, в том, что когда эмоциональное удовлетворение служит для человека самоцелью, его желание остается неудовлетворенным. По сути, он остается опустошенным. А вот когда он не думает о побочном эффекте, природа его вознаграждает. И так человек приключает внимание от цели на потребность. Таким образом, когда двигателем становится предмет цели, к примеру, помощь ближнему, тут же возникает потребность получить одобрение чтобы почувствовать свою значимость. И так детям помогает родителям не ради любви к родителям, что последним так необходимо, не ради того, что этого требует справедливость, а ради того, чтобы их похвалили. Ученик, к примеру, зубрит науку не ради любви к науке, а ради того, чтобы получить официальное звание учитель, профессор, бакалавр. Политик идет на выборы не ради любви к народу, а ради своих амбиций, получения адреналина, и вида восхищения им со стороны этого же самого народа. И чем больше мы сознательно к этому стремимся, тем меньшего мы достигаем. Ради общественного одобрения миллионы людей делают столько лишних вещей в своей жизни, что подумать страшно. А потом наступает сплошные огорчения из-за того, что их ожидания не увенчались успехом. Торжественный прием и масса приглашаемых пышно разодетых гостей. Они служат вывесой благородной, утонченной общительности. Но часто за внешней благопристойностью обычно скрывается принуждение, мука и скука. Потому что цель такой встречи понравится – Привлечь чье то внимание. И вот вместо желаемого тепла и любви за такими блистательными шумными празднествами и увеселениями скрывается внутренняя пустота и даже некоторый расклад, только лишь потому, что в них потерян смысл. Красноречивый образ уважения и дружбы этого мира это и есть лживость, пустота и лицемерие человеческих действий. Общество, говорит Шанфор, клубы и салоны, то, что называют светом, это и есть убогая пьеса. Плохая, незанимательная опера, которая держится лишь на механизмах, костюмах и декорациях. Таким образом, из-за отсутствия цели мы переключаемся на второстепенные и погрозяем. В пороках. Итак, какой урок мы можем извлечь из этого? Отсутствие цели приводит к фокусированию на побочном эффекте. Да поможет вам Господь служить Ему чистой совестью. До следующей встречи в эфире.